Здравствуйте, меня зовут Гесвей Максим Александрович. Я являюсь представителем ТО «Вершина Групп», «Пластиковые окна». Я родился в Кустанайской области в поселке Вкузубай. В 1997 году мы с семьей переехали в город Кибастуз. После окончания школы я поступил на службу в армию Республики Казахстан. После окончания службы я устроился в строительную компанию, где я набирался опыта, который на данном этапе жизни приносит мне плоды. В нашем производстве люди могут зарабатывать хорошую заработную плату, расти профессионально. В нашем цеху работают сборщики, стекольщики, монтажники, установщики пластиковых подкосов. Перегрузки никакой нету для людей. От самого руководства до самого штатного работника работа расписана по часам. Работа в этой сфере дает мне возможность делиться опытом, давать возможность как и себе, так и другим развиваться, зарабатывать и обеспечить свою семью. Весь материал производится в нашей стране, что и дает нам возможность быть независимыми. Благодарность за это нашему правительству, за помощь малому и среднему бизнесу. То есть работа с людьми очень интересна, не засиживаться на месте, а постоянно знакомиться с разными людьми. Жители нашей страны я хочу призвать для участия в социальном развитии. Мы свободны, и очень много направлений для развития. Осталось только выбирать.